Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в Hustle Castle. Давайте глянем, что у нас здесь произошло. Так, забираем яблочки. Ага, алхимик 6 уровня получил, это хорошо. Драгомир, взрослая жизнь у тебя, какого ты у меня звездочного? 4 звезды, ну жаль, что не 5, но 4 это тоже хорошо. Так, давайте-ка мы глянем, что у нас на карте. Икона. Так, давайте возьмем магию на изготовление. Так, больше не могу. Значит, икона, да? Тут еще у нас еще два противника. 15890. Ну, в принципе, я думаю, что можно попробовать разобрать. Но для начала мы заберем своего мага. Сколько ему? 57 минут тренироваться, елки-палки. И неохота, и забирать-то столько времени уже прошло. И охота повоевать. Ладно, ребята, меняем местами. Да, прерываем мы твое обучение, маг, к сожалению. Ты мне сейчас очень нужен в боевке. Так что давайте, ребятушки, где там у нас лютое подземелье? Ой, 26 тысяч мощей. Пробуем. Пробуем без компромиссов, как говорится. Так. О, ребятушки, довольно все легко и просто, между прочим. Смотрите, просто разбираем как сосунка. Отлично, отлично у нас все получилось. Мы получаем 5000 и сундук. И, брат, ты обещал задержать этих людей, а они идут все дальше. Я помню, брат, если я не сдержу слово, то пусть я буду всю жизнь жариться в преисподней. Да, неплохой диалог у них там получился. Ты и так в ней жаришься, ты там живешь. И правда, но ты все равно можешь доверять мне, мы же братья. Вас, ребятушки, я могу сказать одно: не спасет эта братская кровная связь. Разобью вас к чертовой бабушке. Это лишь вопрос времени. Так, ну что, давайте, мои драгоценненькие, вскроем сундучок. Вау, шмоточка, ну, надеюсь, хорошая, да? Блин, куда-то она в нижнем ряду, к сожалению, наверное, какой-нибудь. А ты-то что здесь делаешь, а? Вышел он, ёмба. Не, ну ты чудила, а? Прибежал, блин, алхимик. Уже который раз он все хочет убежать со своего колодца манны, блин. Иди давай, добывай, халявщик. Так, ну что, давайте глянем броньку, которую получили. Так. Ой, ребятушки, бронька-то жидкая оказалась. Жидкая, она нам не подходит вообще. Ну да ладно, ребята. Так, они у меня отхилились. Что теперь? Так, куда бы тебя присунуть, Евушка, а? Может быть, в тренировочную? Или же... Ладно, фиг с ним, пускай, наверное, пока стоит здесь. А вот тебя, братишка Драгомир, мы поставим сюда, будешь у меня кулинаром. Так, ну что, в принципе, наверное, ребята, и все, можно идти на карту и попробовать сразиться с очередными врагами, ребята. Так, давайте берем магию. Интересно, расколбасим мы этих уродов или нет? Сейчас все и увидим как раз. Ну, не знаю, как говорится, была не была. Мы рискуем и, надеюсь, выигрываем. Мне бы в это хотелось сильно верить. Понеслась. Так. Блин, одну магию я использовал. Ё-моё, давайте оживляйте мне красу. А, оживляйте, у меня нету посоха на оживление. Ёлки-ты-палки. Фух! Завалили щеглов. Ну, это ж просто замечательно, ребята. Давайте, ребят, отправим на отлечивание. Они это заслужили. А мы сейчас с вами посмотрим, что нам выпадет с сундучка. Хотелось бы, конечно, какую-нибудь плюшку. О, вот это уже другой разговор. Выпала нам великая воля. Но единственное, что мне не нравится, это урон 190. У меня даже, по-моему, самый элементарный посох. Видите, здесь 250. Единственное, конечно, преимущество, что
Он воскрешает союзника с почти 3000 хп. Но это не показатель. Так, этот у меня что? 229. А тут 190. Ну, конечно, перевес идет в 229 урона. Зато есть преимущество. Он воскрешает союзника с 3000 хп. Ну, пока у нас это не горит. Так, ты отхилился. Иди сюда. Так, краса еще у меня лечится. Надо будет нам, ребята, сейчас сходить на карту. Давайте, наверное, улучшим столовку. 30 тысяч. Так, яблоки собираем и улучшаем. Сколько там будет у нас? Почти 2 часа. Не почти, а 2 часа. Вот. Все, они у меня отхилились. И пора нам, ребята, навестить. Так, сэр, мы не успели покарать вторгшихся в наши земли врагов. Они скрылись из нашего поля зрения. А, ну понятно, это он про орков, которые любят нападать на наши земли. Ладно, не успели так не успели. Зато мы с вами пойдем сейчас на склон вулкана и попробуем разбомбить двух элементалей и двух некромантов. Давайте попробуем. Так, магию, последняя магия у нас. Так, делаем замену и вперед с песней. Надеюсь, веселая будет песня. Так, два элементаля. Понеслась. Блин, краса, елки-палки. Ай, упала. Блин, ребята, не затащим. Нет, не получится. Даже, хотя, подождите. Нет, наверное, или может быть, да, все-таки. Я даже не знаю, ну. Так, один некромант, ну давай, давай, давай. Ай, ну, что? Есть, ребята. Все-таки лучник у меня гениальный. Гениальный меткий глаз. Что сказал, сам не понял. Ну, факт в том, что мы победили. И открываем сундук. Вау, выпал топорик. Топорик какой? Да елки-палки, опять топорик, блин, слабый оказался. Вроде бы все нормально идет. Да и плюшки стали падать. Все вроде налаживается, но не то. Все слишком слабенькое и устаревшее. Мне это не нравится. Такое ощущение, что здесь специально меня запарывают, чтобы я вообще не развивался и стоял на одном месте. Так, ну что, вроде бы нам пока здесь делать нечего. Ладно, что-нибудь придумаем. Ну что же, ребята, прошло немножко времени и пора нам взглянуть. Так, 12 уровень бойца. С едой, ну с едой опять, как всегда, геморрой. Так, 7 уровня повар. Так, казначей 7 и 7. Практически максимальные уровни. Так, и еды 40 тысяч. Это нам хватит на несколько хороших боев. Единственное, что с кем нам драться, вот в чем проблема. Так, повареночек ты мой. Давайте-ка мы с него снимем все это барахло и отдадим вот этому повару. Он у меня 7 уровня. Так, где вот? Да что? Ёлки-палки, куда я? Куда я посмотрел? 7 уровня. 7 уровня он. У меня казначей 7 уровня, а не повара. Ядрить тебя на корень. Ну, а ты хотя бы какого там у меня? Так, ты у меня 4. Ты 7. Ну, давай тебе оденем, что ли. Так. Это не подходит. Вот эту. И колечко еще. Отлично. Только что мне это дает, я так и не понял. Что я поменял ее на того мужика? Бред. Куда я... Это вообще казначейство, елки-палки. Что-то, ребята, вообще у меня... творится, черт пойми, с чего. Так, Ивар, четырехзвездочный. Я с кого вообще снял одежду-то? По-моему, с толстого или с этого. Вообще не могу нифига понять. Ага, еще перенаселение, она будет у меня ходить долго. Так, он 6 уровня повара, там надо, там, по-моему, надо 6. Ага, снял я с этого все. Так, смысла я не вижу тогда, он 7 уровня, блин, у меня. Придется обратно все делать, ё-моё. Да не ты. Так, вот с тебя все обратно снимаем. Так, так, и...
По-моему, нет, сковородку не надо, вроде бы. А тебе одеваем обратно. Чё я... Как я мог перепутать, блин, казначейство с поваром? Ё-моё, а. Вообще. Надо же было так тупануть-то. Так, и вот это вот. Ну, вроде бы все. Повар у меня обратно стал, каким и был. Так, Савелюшка, Савелюшка. Тебя, наверное, надо ставить на раскачку. Хотя, может быть, мы еще с вами, ребята, успеем немножечко повоевать. Так, Глафира. Глеб. Яна. 7 уровня. В принципе, она по максимуму у меня развита. Драгомир. 4 уровня. Повара. Этот 5-звездочный. Уже 12 уровня он боец. Так, Милана. И это Ева у нас. 3-звездочная, блин. Ее бы, в принципе, выгнать надо, но она слишком хорошо как бы развита по боевке. Снежана. Так, Эльвира. Вот Эльвиру, наверное, ребята, придется мне выгнать. 3 звезды никуда не годится. Так что, Эльвира, до свидания. И сейчас мы получаем ребенка. Альбина. Эльвира, Альбина. Так... И надеюсь, к следующему нашему заходу в игру он уже подрастет, ребенок этот. Пункт Мака. Икона. Икона. Мы же вроде бы в тот раз так и не победили ее, да? Или победили? Я уже и забыл. Нет, не смогли. Нас разбомбили там в пух и прах. Ну что же, в принципе, можно, как бы сказать, матч-реванш сделать. Ну что же, давайте нападем и отомстим за прошлый раз. Есть, конечно, получится. Так, понеслась, родная. Так, ковыряет, ковыряет, ковыряет. А, не получилось. Ой, а что-то... Что-то они какие-то жидкие сейчас. Ух, ребятушки, извините. Так, 20 кусков я с него снял. И это замечательно. Итого у меня 60 тысяч. А для чего мне деньги? Что я могу купить на 60 штук? Практически ничего. И к тому же... А нет, у меня все строители свободны. Чё ж тогда мне делать? Что я могу развить? За 60 тысяч. Ничего. Так, Ева, иди сюда. Тут 3 минуты до выполнения следующей магии. О, подарочки от друзей. Это хорошо, это всегда радует. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, как обычно, ресурсы, да? Ну да, ресурсики. Но в данный момент они мне, в принципе, не нужны. Потому что... А хотя, почему не нужны-то? Наоборот, еще как нужны. Бронька, блин. Как же я хочу эту 28 уровня броня. Он у меня ходит в этих тряпках, в лохмотьях. Вроде бы и маг, и в то же время салага. Даже не боевой, а так, на подхвате. 26-й, блин. Это ему еще как минимум 2 уровня. А это по 2, по 3 часа. Ё-моё, это жесть. Жесть, сколько долго ждать. Ну, деваться некуда, все равно придется его развивать. Рано или поздно мы все равно столкнемся с тем, что надо будет шмотку кому-то давать. А он как лашпен. Поэтому предлагаю поставить его пока на тренировку. И пускай себе стоит там и пыхтит. Так, кто у нас? Ева. Вот это правильно, вы поменялись. Давайте, давайте, бегите. Ну, с Дмитрием у нас все нормально. Так, вроде бы пока мы здесь сделать ничего не можем. Ну, а мы с вами продолжаем проходить Hustle Castle. Так, на меня нападение минус... О, ребята, 20 уровень мы получили с вами. Вот это великолепно, просто замечательно. Ну и давайте глянем, что у нас здесь новенького, свеженького. Так, бревнышки, корона. Ага, забираем кристаллики наши. Так, подарочки от друзей. Всем, ребят, спасибо. Сейчас мы их вскроем, глянем, что из них выпадет. Так, ну я отправить не могу, потому что уже отправлял. И... Так, это у меня
алхимики тут, 7-8 уровень получили повара, 5-8 и казначей до 8 уровня. Практически по максимуму они раскачались. Так, надо... Так, не то, отдалить камеру. И тут у нас, я смотрю, еще ребенок ходит, да? Так, глянем, да что такое, вот. Альбина стала взрослой. 4 звезды, ну, неплохо, неплохо. Забираем еще 3 кристалла и еще 3. Замечательно, просто великолепно. 86 тысяч яблок. И давайте, ребята, вскрывать сундуки. Так, ресурсы. А здесь у нас что? То же самое. Ну, я уже, в принципе, догадываюсь, что у остальных будет то же самое. С моим-то фартом. Да. Ну, я, если честно говоря, не особо расстраиваюсь, потому что ресурсы тоже нужны, особенно дерево. Жалко, конечно, что мало, всего по 400, но, как говорится, с миру по нитке голому рубаха. Так, что по карте-то у нас здесь? Вторжение. 27 тысяч мощей. Вот это орки, а? Вот это орки. Так, Ева, по-моему, пора тебе идти вот сюда. Вот правильно. Магушка, давай возвращайся. Так, сколько у меня тут похитили? 43 тысячи, 63, 18. Угу. Неплохо так меня бомбанули. Ну, что ж поделаешь. Я рад, что если кому-то пригодились мои деньги или ресурсы. Так, а тебя, родная, мне придется выгнать, потому что у тебя всего 3 звезды. Даже несмотря на то, что ты повар 8 уровня. Так, ладно, пускай идет гуляет. Что? Ага, полуэкт. Ну и имя у ребенка. Полуэкт. Да, откуда они взяли такое имечко-то? Ну что же, давайте, ребята, будем шуршать помаленьку карту. Вот этих, наверное, и начнем. О, магии у нас полно. Думаю, будет весело. Поехали. Хотя орки тоже, смотрите-ка, по мощам растут. Они стоят на месте, как... Только не надо говорить, что вы еще меня сейчас тут разрулите. Нет, такому не бывает. Не-не-не-не-не, вот это другой разговор. Слушай, а так бы, если бы у меня не было бы магии, я думаю, вполне смогли бы меня разобрать. Так, улыбочки, то бишь это я буду называть настроение. Савелий, ну что, Савелий, пора, наверное, тебе взять в руки этот посох. А почему? Потому что у меня Ева падает, а мне нужно, чтобы ее кто-то воскрешал. Вот ты этим у меня и будешь заниматься. Открываем сундучок. Дерево и деньги. Так, дерева у меня, конечно, мало. 12 тысяч, всего-то лишь 12 тысяч. Ни на что не хватит абсолютно. А так? Ага, так 24. Ну, в принципе, я могу построить себе столовую. Да, 100 деревяшек где-нибудь добыть. И вполне могу развить. Ну, зато у меня с манной нет никаких проблем. Что тут у нас еще? Яблочки, о! 15 тысяч до 3, 18 тысяч, нормально. Так, иди у меня. Беги, Альбинушка. Занимайся кулинарией. Так, Любомир, пятизвездочный, единственный наш фаворит в дальнейших боях и так далее и тому подобное. Ну что, вы отхилились там, нет? Идите обратно. Ева, хорош там бинты вязать уже на руку себе. А то как мумия будешь. И продолжаем. Так, Санек, таймкил. Давайте посмотрим время убивать, а? Видите ли, назвал на себя. Сколько можно там с него поиметь ресурсов? Давайте-ка. Так, 12 тысяч бревен я поимею, если я его забомблю. Но 25 тысяч мощей меня, честно говоря, пугает. Поэтому давайте кого-нибудь другого посмотрим. Что у этого? 18. Ну, вот его можно, в принципе, попробовать разбомбить. Так, давайте на свой страх и риск, хотя тут никакого страха и риска нету. Сейчас просто разложим же, я надеюсь.
Ведь должны. Так. Эй, потише, потише, ребятушки. Аккуратненько. Эй, погоди-ка. Ну, мой лучник должен затащить здесь. В любом случае, блин. Малорик. Респект тебе, лучник мой дорогой. Ну что же, возвращаемся в замок. Отлечиваемся сейчас. Ну и, наверное, опять продолжим с вами шуршать карту. Так, я смотрю, у нас какое-то достижение выполнено. Забираем 20 кристалликов, это хорошо. Так, давайте, ребята, отхиливайтесь, да поскорее. Так, ну а мы, наверное, тем временем сейчас соберем здесь все. И можно посмотреть, будет на карте какую-нибудь очередную нашу жертву. Так, что у нас здесь? Таймкилл, Санек. Понятно, кто еще у нас здесь есть? Ага, Ассасин, 27. И Вэй, HD. А может быть, ребята, для прикола вообще нападем на босса, а? Что он из себя представляет? Ближний бой, физический урон, любимая цель, боец с наибольшим здоровьем. Раз в некоторое время возвращает часть полученного урона обратно. Ну, в принципе, понятно. Так, Санек, блин, Санек, как же мне тебе раздеребанить-то, а? Будь ты неладен. Да, конечно, это пока у меня в мечтах. Ну что, там у меня отхилились? Не пойму я. Так, где мой замок-то? Давайте посмотрим. Ну да, давайте возвращаем их. А этих ставим на замену. Пускай лечится тоже. Так, манна, деньжата. У нас 190 тысяч в данный момент. И 38 бревен. Маловато, конечно, будет. Но, тем не менее. Куда бы тебя... Ага, вон, давай в казначейку тебя поставим. Будешь учиться казначейству. Ну, а у вас как? 4 звезды и 4 звезды. Давайте там быстрее мне потомство. Да, и кстати, я думаю, что надо бы вот этого паренька отсюда убрать. Он же 4-звездочный. Да. И поставить туда моего 5-звездочного. И я буду надеяться, что это хоть как-то повлияет на то, что у нас будут следующие дети рождаться с 5 звездами. Ну, по крайней мере, мне бы на это хотелось надеяться. Так, куда бы мне тебя-то присунуть, а? Сюда. А что ты здесь будешь делать? Сюда. Такое впечатление, что у нас здесь просто миллион комнат, и я не знаю, куда ее поставить. Давай, наверное, нет. Давай здесь, пускай будет учиться алхимии. Так, ну что, ребята у меня уже подхилились, возвращаемся. И переходим на карту, смотрим. Так, Висьмер. Что у тебя? 23, ну почти 24 тысячи, да? Так, тяжелая броня, я смотрю. Так, а это что такое? 1270 урона в секунду. Так, ну, лук у тебя не ахти. И топорик. Нет, на него мы тоже, ребят, пока не будем нападать. Может быть, вторжение. Вот этих вполне можно сейчас раскумарить. И получить сундук. И глянуть, что вообще будет там в сундуке. Может быть, какая-нибудь полезная плюшечка. Так, какого лешего у меня мага-то так быстро свернули? Ребята, угомонитесь-ка, а, по-быренькому здесь. Дерзкие такие стоят. Так, хорошо, сундук наш. Бой прошел практически без проблем. Практически, не считая того, что мага завалили. Так, идите опять отхиливайтесь. А мы с вами сейчас, ребятушки, глянем. Блин, не хватает одного уровня. Сундучок. И, ну, конечно же, бревна и деньги. Это можно было даже и не обдумывать. Даже и не мечтать о чем-то другом. Так, у нас с вами еды почти 100 тысяч. Это 10 боев, как минимум, при хорошем раскладе. Я думаю, что мы и пофармим врагов сегодня. И, возможно, я все-таки рискну на пасашок сходить на босса и глянуть, что он там из себя представляет. Так, вы тут как, нормально, смотрю. Так, где у меня? Ага, вот ее можно, в принципе, уже и выгонять. У нее всего 3 звезды. Она нам не нужна. Так что, пока, до свидания. Спасибо за помощь. Так, Александра, Любомир,
Ну, остальные вроде бы у меня. Так, а ты? 3 звезды, но у нее все-таки 20 уровень атаки. О, бойца. Как бы неохота выгонять. Она у меня идет как на замену. Давай, иди туда, сиди. Юный кулинар. Так, что бы тебе надо поставить? 340. Ага, а это ты не можешь носить. Ну, как обычно. Ладно, сковородочку тебе в руки. Или лучше скалку? Нет, скалка лучше будет. Отлично. В принципе, Альбина у нас готова быть поваром. Точнее, она уже готовый повар. Так будет точнее сказано. И иди у меня вот сюда. 730 еды в час. В принципе, неплохо. Так, Драгомирчик ты мой, а на тебя мы сейчас наденем другой костюмчик. Блин, одного уровня не хватает, чтобы он смог хороший костюм одеть. И сковородку тебе в руки. Вот так-то оно будет самое то. Чтобы, как говорится, вы не просто здесь стояли, а готовили. Так, а ты-то куда у меня почесал? Иди учись. Разогнался он там. Так, алхимики. Алхимики у меня, блин, алхимики полностью прокачанные. Тогда иди тоже у меня, будешь еще смежную профессию повара получать. Ну что же, ребята, они у меня все отхиленные. Давайте пойдем посмотрим. 27 тысяч, да вы опупели что ли? Вот, вот это другой разговор. Так, опять магия кончилась. Ну, хорошо, что я в тот раз, в принципе, не потратил всю. Да там и можно было и ту даже не тратить. Так, троечка, да? Ну, давайте. Опа. Так. Ну, все, разобрали. Он упал. Отлично. Так, лучники тут нам не помеха. И очередной сундучок наш. Жалко, конечно, что за убийство орков не идет очки. Не то, что даже ПВП, а в плане очки замка на раскачку. Так, что нам даст этот сундук? Да, конечно. И у нас, я смотрю, еще выполнено одно достижение. Так, наверное, можно что-то и разобрать. Давайте-ка. Как видите, инвентарь у меня полностью захламлен. Давайте что-нибудь с вами все-таки удалим. 210, 209. А этот у нас 210. На 24 уровень. 229. Ну, давайте вот этот самый слабенький разбомбим. Так, отлично. Топор 331, 382. В принципе, я не знаю, топоры нам еще могут пригодиться. Не знаю для чего. Амулетик нафиг. Так, 11 кристаллов у меня уже, простых, обычных. Хотелось бы, конечно, синих, но, как видите, шмоток синих у меня очень мало. Надо где-то раздобывать. Так, вот у нас прогресс, мы получаем еще сундучок и еще достижение получили, еще 10 кристаллов. Великолепно. Так, ну что нам даст этот сундук? Опять ресурсы только лишь, да? Ох ты, ребята, уху! Вот это фартануло, вот это хорошо. Так, краса, ну-ка иди-ка сюда. Давайте-ка глянем, что... О, он даже будет покруче. Так, давайте, наверное, мы этот оденем к красе. А, подождите-ка, тут 173, тут 171. Нет, мы наденем ей вот эту. А кому бы надеть мне вот этот тяжелый броник, а, ребята? Ему... Да как-то... Может быть, все-таки моему лучнику... Вы прикиньте, прибавка в 2 раза идет, а? Давайте, наверное, так и сделаем с вами. Бог с ним, что там у ворот у него падает. Зато смотрите, зато сколько у него стало мощей. Хо-хо! Блин, а вот этот маг, конечно, меня очень сильно напрягает. То, что у него 27 всего лишь уровень. А мне нужен 28 как минимум для того, чтобы одеть элементарную броню. Так, иди долечивайся. Ну, а сейчас, ребята, как говорится, не грех будет и опробовать наше новое обмундирование. Так, что тут у нас? Яблочки.
Монетки. Вот, ребята, уже 200 тысяч я накопил золотых. Так, ну давай, 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 лучник, отхиливайся быстрее. Я хочу испробовать тебя в боевке. Как ты будешь себя вести? Ну, обычно, как вы видели, он у меня и в обычной броне неплохо себя вел. А в тяже должен еще круче быть. Ну-кася, где тут у нас кто? Так, ну давайте вот на этих ребятах испробуем себя. Этого, наверное, будет достаточно, чтобы понять, как оно стоит того или нет. Так, понеслась. А хотя фиг ли, стоит или нет. Его же обычно в самую последнюю очередь бомбят. Так что он тут будет у нас стоять до потери пульса. Так, разбили. Ну, этот маг 27 уровня, который у меня всегда падает. Он вообще ватный, практически никакой. Его нужно обязательно будет раскачать до 28 и надевать ему магическую броню, нормальную, которая у меня лежит для него. Так, ну что, давайте посмотрим, что в этом сундуке нам выпадет. Ну и кто бы сомневался, естественно, выпадают ресурсы. Ясно. Так, обычное оружие. Ладно, это все не то, что мне надо. Я вообще хочу посмотреть, что мы можем с вами, ребята, построить. Так, 270 тысяч и 62, это нам нужно на бассейн маны, да? Ну, также и на погреб. Вот, в принципе, у нас как бы и идейка есть, что мы будем с вами копить на бассейн маны или на погреб. В общем, самое главное сейчас накопить, а уже потом можно будет определиться конкретненько. Погреб — это у нас для хранилища еды. Ну, а колодец маны, естественно, для маны. Как бы тут надо будет расставить приоритеты, что нам важнее. Я считаю, что нам важнее, конечно же, еда. Ее и не грабят, и как бы копить надо. Ну что же, давайте таймкилла посмотрим, что он тут из себя. Ну, смотрите, практически я его догнал по мощам, это хорошо. Так, Санек, Санек, а Санек у нас мощнявенький. А нет, я его уже переплюнул. Ну вот не знаю, вот этот, блин, смотрите, он даже мага засунул в тяж. В принципе, это хорошо. Если честно, есть у меня желание напасть на него, но я, наверное, пока не буду, ребята. Давайте что-нибудь еще с вами посмотрим. Может быть, кого попроще или полегче. Так, Матвеюшка, у тебя 7619. Ты меня просто радуешь. Ну что же, ребята, я думаю, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи, не болейте, не скучайте, и до скорого, ребята. Всем пока.